такой вот пирог с персиками у меня сегодня получилось. Сейчас разрежу и посмотрим. Он очень мягкий. Видно на разрезе. Пружинный и, вероятно, ароматный. Запах персика стоит. Ну и как его готовить? Давайте начнем. Ну и для этого пирога нам понадобится разрыхлитель, яйца комнатной температуры, молоко теплое, мука, сахарный песок, масло сливочное, также комнатной температуры, ванильный сахар, ну и сами персики. Ну и для начала порежем наши персики. Это где-то на толщину 3-4 миллиметра. Все, персики подготовили, откладываем в сторону и будем приступать к подготовке теста. Смешиваем масло сливочное. Сахарным песком. И ванильный сахар. Все это перемешиваем минуты 3-4 до гладкости. Все, масло с сахаром взбили. Теперь по одному будем добавлять яйца. И также после того, как последнее яйцо ввели, еще взбивать минутки 2-3. Масло, яйца и сахар взбили. Теперь добавляем молоко. Сразу все. И еще раз перемешаем. Теперь просеем муку с разрыхлителем. На самой низкой скорости все перемешиваем, долго не взбиваем. Все. Тесто наше готово. Оно получается такое, как бы сказать, как на оладьи, такой консистенции. Печь буду
в разъемной форме, 24 сантиметра. Ну, рисуем пергаментом бумагой. Заливаем сперва половину. И раскладываем персики. И заливаем второй частью теста. И сверху полностью расставляем нашими персиками. Теперь все это посыпаем сахарной пудрой сверху и в духовку на 170 градусов, уже заранее разогрето, на 50-час готовность, ну, до сухой зубочистки. Пирог готов. Готовился он ровно 1:10. Первые 20 минут на 170 градусов, а потом понижаем температуру до 160-155. И так выпекаем до самого конца, то есть, чтобы не было сырая середина. Теперь оставляем остывать так в форме. Как только остынет, освобождаем и покрываем сахарной пудрой. Все, пирог остыл, осталось только посыпать сахарную пудру. И вот такой пирог сегодня получился. Готовится быстро и он очень мягкий, вкусный.